А ми продовжуємо наш ефір, і в нас вже в гості завітали запрошена пара, яку я анонсував напередодні. Отже, прошу вас познайомитись, Дар'я і Олександр Харитонови. Доброго ранку, дуже приємно вас побачити у нас в студії. Я б хотів спершу розказати, з якого приводу ми запросили Дар'ю і Олександра. Власне, напередодні Дня Святого Валентина, 13 лютого, у РАКСі, в нашому Миколаївському, проходив щорічний конкурс до Дня закоханих «Відкритість серця», в якому приймали участь одружені пари. І Дар'я і Олександр перемогли в одній з номінацій. Власне, все вірно, я кажу, так? Так. Отже, розкажіть трошки детальніше, будь ласка, що це, власне, була за номінація, в якій ви перемогли, який номер ви готували. Була номінація «Лучшее признание в любви», і от мій муж Олександр признався мені в любви від жонглірування кубиками. Самі ми артисти цирка Дніпропетровського, тобто працюємо. Вот так вот. А вы, ну, вы живете постоянно у нас в Николаеве или вы как на гастролях тут? Там мы как основной дом у нас Николаев. Ага. Ну а как начинаются гастроли, то есть весь сезон выезжаем и до зимы, то есть катаемся, работаем. А скажите, вот вы как долго вы готовили свой номер вот, для этого конкурса? Ну я учился 3,5 года, то есть репетировал, занимался. И как бы потихонечку режиссеры, постановщики выставляли и принимали участие на фестивалях всяких разных, ездили очень много где побывали. То есть медали, грамоты, коллективом ездили, зарабатывали. И так вот пошло дальше. Скажите, много ли у вас было соперников, конкурентов вот на этом мероприятии, на конкурсе? Ну, достаточно. Да, некоторые люди пели, некоторые признавались в любви. То есть, а вот мы решили так вот нетрадиционно немножко пожонглировать. Оригинально. Да, оригинально. Ну да, действительно оригинально, как видите, оригинальность, да, принесла вам удачу. А скажите, вы первый раз принимали участие вот в подобного рода конкурсах, мероприятиях? Да, мы первый раз. То есть основная ваша деятельность это на сцене, да, на арене. На манеже, да. А вот так в конкурсах таких. Да, получается, 26 декабря 2015 года мы поженились. Вот у нас. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо большое. Вот торжественное мероприятие у нас проходило во дворце торжественных событий по улице Шевченко 58. Вот. И буквально в начале февраля нам позвонили сотрудники и вот предложили в таком конкурсе поучаствовать, то есть принять. Участие, да. А скажите, вот вы вдвоем вместе, да, занимаетесь цирковой деятельностью? То есть вы в паре работаете или у вас у каждого свои сольные номера? Свои сольные. У каждого сольные, да. Ага. То есть у вас, я так понял, оригинальный жанр, да? Оригинальный, да, жонгляж. А у Дарьи? У Дарьи фокус и иллюзия. Фокус и иллюзия, да, ведущие я работаю. То есть у нас немножко разная специфика работы. Очень интересно, у вас такая волшебная, можно сказать, да? Приносим людям, деткам радость. Веру в чудо, я сказал бы. А скажите, вы вот познакомились, как давно вы, во-первых, познакомились? И вот вы тоже как бы на сцене это произошло или за пределами арены цирковой? Это произошло как раз в тот момент, когда мы работали в цирке. Да, я расскажу, да? Да, рассказывай. Мы знакомы уже более 3,5 года. То есть, получается, я работала в киевском цирке, ведущей, иллюзии, фокусы работала. И у нас молодой человек уезжал за границу работать, и вот Александра пригласили как бы взамен. Вот Александр приехал, как бы мы друг друга узнавали, репетировали, знакомились, и через 3,5 года он наконец-то предложил мне выйти за него замуж. Да, то есть обдуманно все, да? Не торопиться. Скажите, Дарья, вот к вам такой вопрос. Вот в процессе ваших отношений Александр пытался ли он покорить ваше сердце при помощи вот своих оригинальных каких-то тем, то, чем он занимается? Или это были традиционные ухаживания, стихи, цветы? Вы знаете, у нас никогда не было ни стихов, ни цветов, ни романтических никаких вечеров. У нас немножко все это было по-другому. Он мог на манеже что-нибудь сделать интересное. То есть вот в таком плане у нас никогда не было такого, такой романтики, как у всех остальных. То есть у вас, опять же, необычная, необычная такая, такая семейная семья. Да. А скажите, какие у вас планы вот на будущее? Что вот сейчас, гастроли или...
или вот сейчас тут в Николаеве? Сейчас мы готовимся на поездку в Египет на полгода. Mm-hmm. Вот, буквально через месяц мы уже уезжаем. Mm-hmm. То есть, вы вдвоем, да, туда отправляетесь? Вдвоем. Mm-hmm. А, ну вот как вообще вот, такая жизнедеятельность? А, она вот постоянные переезды, там туры, оно укрепляет отношения? Или, может быть, и наоборот, это довольно сложно строить отношения в таких вот условиях? Наоборот, укрепляет, потому что 24 часа в сутки находимся вместе постоянно. Мы постоянно вместе ездим туда, работаем, выступаем постоянно, то есть вместе. Не было, то есть, такого времени, чтобы больше, чем на сутки, как бы разлучались, разъезжали, но так всегда вместе. То есть, наоборот, да, такие способствуют еще укреплению отношений. Да. А вот расскажите, вот опять же вернусь к тому, что у вас очень необычная жизнедеятельность, вы профессии такие очень интересные. А как собственно, вы пришли к тому, что вы стали тем, кем вы стали? То есть это с детства была такая мечта вот, заниматься оригинальным жанром или фокусами, или это как-то у вас что-то вас натолкнуло на это? Расскажите, пожалуйста. Ну, как бы с детства. Я вот, ну, как раньше, когда я занимался, я хотел на турниках работать. Mm-hmm. И то есть у меня по состоянию здоровья, со спиной проблемы, mm-hmm. как бы тренер не допустил, говорит, занимайся лучше жонгляжем, mm-hmm. то есть поставил номер мне, и гири еще тоже предлагал, говорит, репетируй, я репетировал, то есть как бы из этого номера еще с гирями, mm-hmm. ну и вот так на шапито летом где-то, когда много публики, то есть uh-huh. работаю еще гири. Еще гири. Да. А у вас, Дарья, вот? Нет, у меня была мечта с детства, я всегда всем говорила, я когда вырасту, я буду работать в цирке. Uh-huh. Вот так вот получилось, я выросла, я работаю в цирке. У вас целенаправленно, да, было это детство? Это по профессии, то есть я заканчивала наше Николаевское музыкальное училище и Сухомлинского педагогический университет, то есть цирковой, как бы, никто никогда не знал, что я буду работать в цирке. А вы сказали, пошли работать. Пошли работать. А вот еще вернусь. Есть ли у вас какие-то вот идеалы, может быть, вот люди, на которых вы ориентируетесь, на которыми вы вдохновляетесь, вот есть ли у вас кто-то такой в вашей жизни, вот, на которого вы при своем творчестве вдохновляетесь? Ну, то есть люди, да, такие, что по которым хочется равняться, то есть ты, ну, как посмотришь, вот выступления знакомые очень со многими, то есть посмотришь, да, ну, что адреналин поднимает и хочется, то есть лучше, как бы стремиться к этому человеку, как он достиг вершин, то есть и хочется как бы по таким же стопам тоже идти, подниматься, расти уровнем выше. Да, я у вас, смею предположить, Дэвид Копперфильд у вас ваш кумир или нет? Нет, я сама самоучка, меня никто не учил, я смотрю, подхожу к зеркалу, по 8 часов репетирую, вот такой вот тяжелый труд. То есть, вот действительно, освоить ваши профессии, это нужно довольно много, да, труда приложить, чтобы... Вот... Да, терпения очень много надо, нервов, да, как бы. То есть, оно ж не всегда все сразу получается у тебя легко, как бы, надо заниматься, стремиться, вот, долгий процесс такой. А вот, может быть, вы тогда поделитесь с нашими телезрителями пара советов. А вот вы как бы по вашим разговорам, то есть вы поставили себе цель, вы к ней шли. Вот что собственно, для этого нужно делать, то есть, чтобы идти к своей цели? Упорство, да. Терпение и любовь. Любовь, конечно, к своему искусству, к своей работе. Вот. А вот давайте еще вернемся к теме любви, немножко поговорим. День Святого Валентина только совсем недавно вот прошел, поэтому тема еще актуальная. Что для вас, собственно, любовь? Вот для вас, Александр, для вас, Дарья? Поделитесь своими. Такое непонятное какое-то чувство. Ну да, как бы. Как настроение души. Вот есть любовь, значит, ты хочешь делать все, что... Возможно. Стремишься, да, что-то как бы показать своему любимому человеку, там приятно сделать, то есть, ну, такое разногласие такое, вот, можно сказать, там. То есть это, можно сказать, вдохновение такое, да? Ну, вот, да. Вас вдохновляет ваше вот чувство отношения друг с другом? Конечно, да. А, хорошо, и, ну, я бы хотел бы вернуться к тому, с чего мы начали, что Дарья и Александр победили в конкурсе в номинации, да, оригинальный жанр, я так понимаю, это было? Нет, лучшее признание любви. Лучшее признание любви с номером, да, в оригинальном жанре. Да. Вот, возможно, Александр, вы бы нам сейчас продемонстрировали, нам и нашим телезрителям, чтобы мы все могли посмотреть на ваше лучшее признание. Я хотела еще одну минуточку сказать, хотела поблагодарить
благодарили. Огромное спасибо Дворцу торжественных событий по улице Шевченко, 58, за такой подарок, за то, что вот нас пригласили, мы выиграли первое место. И хочу сказать, дорогие ребята, создавайте свои семьи, приходите, расписывайтесь, женитесь, это очень хорошо, здорово. А вот еще вот такой вопрос, вот совсем забыла спросить, если можно, конечно, если не секрет, вот вы заняли первое место, какой приз был, какая награда была за первое место? Награда была большое двухместное одеяло с овечьей шерсти спальное, то есть хороший очень подарок. Ну, действительно, да, для вас, думаю, очень актуально. Ну, прошу вас. Сейчас у нас будет возможность воочию убедиться. Спасибо вам, Александр. Действительно, очень потрясающее зрелище, будоражит воображение. Скажу вам по собственному опыту, что вот, лично меня очень захватывают вот именно такие вот трюки вот, в жанре, в оригинальном жанре, вот, в области фокусов. Хотел бы вас поблагодарить, что вот вы немножко делаете наш мир более загадочным, даете людям, даете им веру в чудеса, заставляете их верить в лучшее. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Хотел бы вас поздравить еще раз, во-первых, с вашей свадьбой, с победой в конкурсе. Желаю вам в будущем только все больше и больше побед. Всего вам хорошего, всего самого лучшего. Спасибо, что пришли к нам в студию. А я хотів би нагадати, що в нас в студії в гостях були Олександр і Дар'я Харитонови.